Друзья, всем привет! Я Анатолий Климович, город Таганрог. Сегодня, 11 июня 2016 года, в Таганроге происходят торжества, посвященные прославлению святого праведника Павла Таганрогского. Друзья, в июне 1998 года праведник Павел Таганрогский был причислен к лику святых. Сегодня, так же, как и все граждане, кто посетил храм, получил вот такую иконку с изображением Павла Таганрогского. Это необычный колокол. Некогда был обит колокол воинской славы нашей фамилии. В 1768 году для Никольского храма. Этот колокол был отлит из трофейных турецких пушек и более 20 лет прослужил здесь, в этом храме. Когда наша флотилия переходила в Севастополь, то этот колокол вместе с иконостасом были сняты и перенесены в Херсонес. Судьба этого колокола была очень сложная, и даже он побывал в храме Парижской Богоматери как трофей после поражения в Крымской войне. Но после этот колокол был возвращен в Херсонес. Долгое время верующие люди и жители города Таганрога желали вернуть этот колокол обратно, но такой возможности не представляется. И тогда фирма «Лемакс» изготовила точную копию этого колокола, даже с тем же составом, с которым был первоначальный. Просим ваше высокопреосвященство осветить этот легендарный колокол и благословить его. Я прежде всего хотел поблагодарить всех тех, кто участвовал в ваше благое дело. Очень важно, что мы вспоминаем, что нас колокололили не из ободранных драгоценностей из икон. И себя не украшали тем, что с икон сдирали. Переливали колокола орудия вражеские, турецкие пушки. Я думаю, что это будет очень хорошим напоминанием нашим современникам о том, куда по назначению должно использоваться оружие. Благодарю вас. Благослови
Оторвление под истинное священное. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется и освящается Компансий. Благодарю Тебя, Святаго Духа, окроплением под истинное священное. Вот колокол, который был изготовлен в 1778 году, копия колокола. В 1778 году Адмиралтейская церковь в Таганроге была построена как символ победы русского оружия в войне с Турцией. Для нее из трофейных пушек был отлит колокол весом 351 пуд с изображением на ней Николая Чудотворца. Копию этого колокола генеральный директор ТПО «Лемакса» Матусевич передал Никольской церкви сегодня, 11 июня 2016 года. Он изготовлен с точно такого же сплава, как и настоящий колокол был. Дальше отойди. Давай.